Крис Хортон. И сейчас здесь Сергей Карасев накрывает вроде бы своего оппонента, но теряет равновесие. Атака «Зенит» продолжается. Калеб Хомсли получает мяч. И еще больше давления способны создать. Эртель, передача на Вимбуша, сильно дает, и Вимбуш не колотит сверху, перекладывает Зубкову. Теперь Зубков с мячом обратно на Эртеля, тот поднялся на дугу, бросает издали. Каков же Эртель, он совершил две потери. Соломон тоже вроде бы заслон не поставил, но зато открылся прям трехсекундный зон и забивает. Лагин. Ого, Дмитрий Кулагин пошел. Быстрый отрыв, убегает Томас Эртель, но нет, Зубков сверху забивает после классной передачи. Общаться, что же хотел Андрей, посмотрим в этом эпизоде и видим, что касание было, но может быть незначительно. Да, ну и Ричард Соломон вроде бы центровой, не дал соперникам мячом овладеть. И эта передача проходит от Захарова. Соломон набирает 2 очка. Уимбуш. Передача шикарная на Захарова. И Захаров из угла не промахивается. Такой затяжной она получается. Андрей Зубков не забивает. Сергей Карасев тут как тут прибежал. И Запузинский. И прямо в руки Томасу Эртелю звучит финальная сирена.